Память у нас, мы едем в Новосибирск. Короче, сегодня будет шоу. Как ваше настроение, ребятки? Я за... А чё так? Ты стеснялся? Конечно. Я не знаю, как сказать. Вась, вспомни ту фразу. Я стесняшка. Я стесняшка. Это выглядело очень эпично. Пацаны, с вами так эпично в туре. Вы с Коном, вы с этой... Пение Вовы. Изумительно! Браво! Мне, ребята, кстати, очень просил память. Почить мне наш, насточить мне. Вот, друзья мои, в Новосибирске. Поездочка была долгой. Поездочка была пипец какой долгой. И угарный. В общем, сейчас мы едем до Рок-Сити. Время чекаться. Но сначала надо пожрать, по***ть, чайку попить. Время чека еще не настало, но кушать уже охота. Соси лес. Где? Сос лес. Соси лес. Ну чё, как тебе поездочка? Не, я блядь, сдох. Все время прямо, а там потом. Мы приехали, и мы, честно сказать, мы да, мы мы ничего не понимаете. Люди с пакетами, не как у нас в Томске. Держат их. Не-не-не, чувак, мы походу и не уезжали из Томска. Ну люди другие. Походу переворот прошел. Ваша профессия. Закладку нередко используют в социальной рекламе. Ну, смотри, даже едут по телефону разговаривают, так как мы. Не забывали о купающихся детях. А в Индии во время акции помощи бедным детям закладка была выполнена в виде заключения. Полиция. Где? Ой, палево, палево. Смотри, это трансформеры, трансформеры, Оптимус Прайм. Синий Оптимус Прайм. Пежо. А, не Пежо, какая. А, там даже значок трансформера, это Оптимус Прайм. Лозунгов, подготовленных к 70-летию трудовой партии. Ну, реально, значок трансформера. Все кольцо у нас лезет. Российским лидером достижения многих. Это Томск. Мы не уезжали. Риторика и содержание лозунгов. А вот ДНС. О, кстати, да. Ага. Нотхе, ладно. С ним. А провод а около этого, как его? Около Рок-Сити есть. Помешаем антикорейской борьбе за права человека. 30, просто 3. Да есть прямо. Этот красный. Смотри, это. Пусть вся страна громче. Рояль Парк. Че за... Да, хрен его знает. Че тут есть пожрать? Это знаешь, это, по-моему, пародия изумрудного города. Электричество, каждый литр нефти и воды, каждый грамм угля и цемента. Если враг решится в том, что наша страна... Надежда! Умирает последний, надежда! Мостом проехали, у вас, смотри, какой проехали. С обзором Андрея... В каком городе, как абориген вышел. А смотри, какие они странные, блин. Какие-то укутались, ё-моё, зомби какие-то ходят. Вон этот шорт. Вот как надо ходить! Шорты и голые ляжки! Необходимость дать отпор. Но,
Дом студента, это дом студента. А у нас нету дома студента. Обида. Обида, да, я. Вот что значит центр Сибири. И то, что странный там. СССР. Она хочет, чтобы мы показали, чтобы мы жестко отреагировали на действия Москвы, заявил мэр Лондона, особо отметив, что не цитирует слова Клинтон, а передает на Да, кстати. Москва, Вашингтон, очень похож. Оттава, Минск, Брюссель. И все это за одну рабочую неделю. Усилия канцлера в мирном урегулировании на Украине и сохранении Греции в зоне евро удостоились похвал из уст даже самых яростных критиков, говорится в статье. Даже один из лидеров Ребята, мы не въезжали. Григор Гизи сообщил, что она заслуживает признания за Минское соглашение. Петро. Сама канцлер, чей прагматичный стиль снискал симпатии всего политического. Планы меняются. Вместо Рок-Сити мы поедем. Да, мы будем выступать в метро. Мы такие стильные, выступая в метро. Времена, трудные времена, нужно, чтобы кто-то был рядом. Блин, опять реально на Ленина похож. О, метро, случай метро. Я покатался один раз. Ничего. Ну, неплохо, да. По статистике, в Европе столица число зарегистрированных граждан на 6% в сравнении с... Город хороший. Ехать долго, ёпарсы, да? 15%. Подробности в ближайшем эфире. Наверное, свиданки. Новособорная. А, ребят, мы на Новособорной. Вот так же, автоматы с кофе. Ну вот такой же этот проезд, видишь, как выходишь, когда на это. Жаль, не я ее так заинтересовал. Проекционный дисплей новенького седанчика Mazda 3. Короче, все, мы приехали. Идем, короче, в Бургер Кинг, жрай. Блин, это вся тусовка, мя. Короче, ровно год назад мы дали свой первый концерт. И сегодня, да, ровно 15 февраля. И сегодня мы даем первый выездной концерт. Ровно через год, ребята. Будет шоу. Мы дадим пи***аться. Вова, да. Надо в натуре себя вести, поддисциплинировать. Я его остановили, было бы смешно. Короче, такой кадр Вова сейчас берет, просто на себя проливает всю колу, которую хотел набрать. Оттуда берет и начинает с головы. Сейчас, короче, покушаем и поедем в Рок-Сити. Скоро чек, опаздывать не надо. В общем, словимся. Что ты думаешь, Кость, по этому поводу? Я думаю. Снимаешь, да? Да. Знаете, что я думаю? Думаю, это пи***. Честно сказать, я не знаю, как сюда поместится больше 100 человек. Серьезно. Да поди поместится. Не, по сути, если народу сверху будет, то... Ты будешь снимать нас на камеру. Что? На камеру? Ну-ка, подожди, иди. Смотри, как идеально вписывается. Но... Прям вот именно на это место. А, ну. Кыхни, скажи чиз. Чиз. Чизкейк. Тут еще типа еще снизу будет, да? Ну, блин, я не знаю, тут помещение... Раньше лучше было. Красный ящичек счастья. Блин, тут второй этаж намного просторнее. Сделали бы вот здесь сцену. Не. О, прикольно, смотри. Колесики. Кардан будет крушить. Кардан тут крушить просто.
Короче, концерт закончился. Заткнись, короче, мы отыграли. Народу было мало, короче, мы молодцы. И видос выложим позже. Вова, красавчик. Короче, Геннадий Жнованадий, все было просто отлично. Игорек порадовал своим душевным разговором. Прелестный человек Жора из группы Surfing Mega Surfing. Они были безумными. Да. Они были супер мега серфы. Я так не серфил давно. Сколько я серфил? Это самый серф не серф. Да. Самый прям улет, чума. Сейчас мы будем выезжать домой в Томск. Пацаны, давайте складировать. Так что все будет в ништяк. Надо ее положить вообще. Что там, ничего не надо ловить? Потому как мы приехали в Томск. Думал, лучше бы мы не приезжали в Томск. Че, совсем все плохо? Остались бы в Новосибирске. Было бы веселее. Конечно. Но я рад, что мы в Томске, потому что мы должны закончить свой первый альбом. Надо бы домой. Че, Вовчик, домой? Да не тебе одного, поверь. Жаль, вы не видите это лицо этого выдающегося человека, который злоемучил нас целый день, туда-обратно довез. Злоемучил, это мы его злоемучили. Ноги мои, представляешь, какие ватные сейчас. Ведь ты сделал массаж. Бедный Вовчик. Ладненько, пацаны, пойдемте. Спасибо, Вовчик, давай. GoPro, что ли? Конечно. Обязательно. GoPro местного производства. Когда едешь до дома. Ладно, давайте. Давай. Короче, пацаны, мы вернулись домой. Мы идем домой. Короче. Вообще. Концерт прошел просто офигенно. Народу мало. Надо всегда так. Ну, для первого раза неплохо. В Новосибирске. Да. Короче, респект пацанам, все равно. В отпуск заходим в лифт. Я нажимаю на кнопку своего этажа. Короче, ребят, все. Всем спасибо, ждите, что смотрели. Новостей. Ждите от нас новостей.